Дети на каникулах развлекаются как могут. На улице уже не холодно, так что ребята идут на улицу, и, увы, не все школьники гуляют безопасно. Озерск. На площадке четверо детей. Двое постарше. Между ними на земле лежит девочка. Пользователи сети утверждают, буквально за минуту до начала съемки ребята пинали малышку и забрасывали снегом. Нецензурно выражались. И тут девочки постарше хватают младшую и тащут к горке. Она кричит и тоже пинается. Но есть и другое мнение об этой ситуации. Озерчане предполагают, что малышка просто раскапризничалась, и старшие девочки пытались ее успокоить. А это Магнитогорск. Через окно в подъезде ребята выбрались на козырек и гуляют по нему туда-сюда. Подходят к самому краю. А потом один из парней и вовсе свешивает ноги и пытается спуститься вниз. В итоге один подросток через окно забирается обратно в подъезд. А второй оказывается смелее и прыгает с козырька. Благо на этот раз все закончилось благополучно.